Диджей Сергей Пименов ППК. В начале нового музыкального часа специально для девушек. Девушки любят эту группу, я очень знаю об этом. Группа Кашин, трек называется «Hungry». Ремикс снова многостаночника Тиеста, который и здесь успел отметиться. Называется «Тиеста Ремикс Эдит», наверное, потому что короткий, всего 5 ровно минут. Always full of surprises. You travel far and wide, looking for the feeling that's lost inside you. They don't understand you, no, until it's too late. With everything they've handed you on a silver. Sentimental. You're like a dream realized. So why do I keep falling back to sleep? I'm so serious and deep. Are you hungry for a little more than what you've had before? Are you hungry for a taste of life? What's your appetite? Are you hungry? We'll be right back.
Что для вас играла композиция Matt & Derry Beautiful, написанная в далеком 2000 году. И заново выпущенная вот совсем недавно с новыми версиями. Мы слушали вариант моих любимых ремиксеров Хивера и Хаммера. Ремикс называется Хивер и Хаммер Presents HH 22047 ремикс. То есть они делают столько ремиксов, что это 22047. Не забывайте, что вы слушаете Динамит FM в городе Москва 101.2. Во всех остальных городах, как сами понимаете, частоты разные. Я их всех на память не помню. Очень много вопросов сегодня на пейджер. Почему-то про ППК. Я сегодня что-то не захватил ни одну из наших пластинок, потому что у меня очень много всяких новинок. И спрашивают, когда выйдет наш альбом. И тут я вспомнил, что да, выйдет. Он выходит 13 марта, по-моему, это будет понедельник. Так что все готовьтесь покупать его в ближайшее время. Ну, а я продолжу. И, как я обещал, дальше будет немного более жесткая музыка. Вы с этим столкнетесь уже минут через 10. Сейчас послушаем одну из последних мелодичных транс-композиций. Лейбл «Цунами», проект «Рэмсон». Трек называется просто «My Dance». Я только что мне сказали, что я ошибся, наш альбом выйдет 13 мая, конечно, не марта, потому что сейчас май, март уже давно прошел.
объявление для любителей музыки Drum and Bass. Dynamit FM и Британский совет представляют звезду мировой Drum and Bass сцены, диджея, музыканта и продюсера, постоянного участника UK Top 40, диджея Мэджика. Он отыграет свой 3-часовый сет в годовщину промоутерской компании АК-47 8 мая в клубе Бармалей. Начало акции в 22.00. Также играют диджей Грув, Дэн Новак и Эйр. Адрес клуба Бармалей, кто еще не знает. Станция метро, улица 905 года, улица Мантулинская, 5, корпус 7. Бывший кинотеатр Краснопресненский. Это уж точно. С миксом у меня все в порядке. Правда, в рекламе еще бывают небольшие паузы, но это ничего. Это я научусь, натренируюсь, и в ближайшее время буду с рекламой на такой же ты, как и с виниловыми пластинками. Кстати, в прошлый раз у меня были проблемы с компакт-дисками, с которыми я тоже уже давно не дружу. Я поэтому сегодня решил ни один компакт-диск не брать, и поэтому кручу только винилы. Винилы, конечно, только винилы. Не забывайте, что я с вами до полуночи. Звоните мне на пейджер 7556 575, абонент Динамит. Очень приятно получать сегодня много хороших, приятных сообщений. Ну и теперь начинаем завершающую часть нашей сегодняшней программы. Музыка будет что ни на есть мощная, и я надеюсь, что любители чего-нибудь пожестче оценят ее по достоинству.
будто они невероятные немцы. Лейбл под названием Tracy Tracks на волнах Dynamite FM. Проект под названием Ангел Смерти, Angel of Death. Ну, песня, конечно, называется Angels Return, Возвращение Ангела.
side saying nothing, keeping count on eternity. They sell out their soul in search for publicity. And keep on ignoring the shrinking reality. Третий трек на волнах радио Динамит FM, и на этот раз трек под названием Fucking Society от проекта Reloop. Абсолютный клубный штормер, буквально срывающий крышу на прошлой неделе всей Великобритании. Я думаю, что еще и несколько недель после этого будет продолжаться то же самое. Reloop, Fucking Society. Сергей Пименов, ППК. Движение вперед вместе с Динамит FM. Это были Reloop и трек под названием Fucking Society. Для тех, кто с нами не с самого начала, у меня снова объявление. Динамит FM и Британский совет представляют звезду мировой драм-н-бейс сцены, диджея, музыканта и продюсера, постоянного участника UK Top 4, диджея Мэджика. Он отыграет свой трехчасовой сет в годовщину промоутерской кампании АК-47 8 мая в клубе «Бармалей». Начало акции в 22.00. Также играют диджеи групп «Дэн», «Новак» и «Эйр». Адрес клуба «Бармалей» – станция метро, улица 905 года, улица Мантулинская, 5, корпус 7, бывший кинотеатр «Краснопресненский». Да, это все абсолютная правда. Часы в студии Динамит FM показывают 23 часа 38 минут. Вы слушаете меня, Сергея Пименова, ППК на 101.2. Программа пока у меня такая, знаете,
даже без названия, просто микс-шоу и микс-шоу. Может быть, в ближайшее будущее придумаем какое-нибудь супер название, но пока у меня еще в голове ничего не сформировалось. Спасибо еще раз всем, кто сообщает на пейджер все свои мысли. Звоните 755-6575, абонент Динамит. Сейчас этот пейджер прямо напротив меня в виде такого здорового экрана. На самом деле, это никакой не пейджер. Это, конечно же, сразу все приходит в компьютер. Пейджеры давно уже никто не видел. Они только остались в легендах. Последние 20 минут сегодняшнего моего эфира я посвящу трем трекам от трех лейблов. Первый — это Nucleus, второй — это Taddy, и третий — это Taddy 2. Кстати, у меня совет всем молодым диджеям, которые собираются взрывать танцполы. И если собираетесь это делать, то купите 10 пластинок любых от Nucleus, 10 пластинок от Taddy и 10 от Taddy 2. И все, успех вам обеспечен. Супер трек, это лейбл Nucleus, музыкант, который скрывается под псевдонимом DJ Kim, композиция под названием Jet Flag. Последние несколько месяцев я буквально не мыслю вторую часть своего сета в клубе, последний час без этого просто убойнейшего штормера. Завидую искренне всем, кто сейчас несется на большой скорости по ночной Москве, будьте аккуратнее. Смотрите, никуда не залетите, а делайте радио Динамит FM на полную громкость. Именно так нужно слушать мою передачу. Я Пименов, СППК. С вами каждую среду с 10 вечера до полуночи. Рассказывайте друзьям.
Диджей Сергей Пименов. ППК. Движение вперед вместе с Динамит ФМ. Revolution.
интересное сообщение пришло мне на пейджер. Что за сногсшибательная мелодия играла сейчас? Наверное, если я правильно понял, это о DJ Kim и трек под названием Jetlag, лейбл Nucleus. Зайдите на сайт www.nucleus.com, там наверняка найдете всю информацию об этом проекте. Я ничего про него не знаю, знаю только, что он методично срывает крыши в моих сетах. Еще один стандартный вопрос. Где ты, Пименов, играешь в Москве? На Динамит FM по средам с 22 часов и до полуночи. Во все остальное время передвигаюсь по разным странам. На этой неделе буду в Айанапе, а следующие выходные встречу в прекрасном солнечном Екатеринбурге. Медекс, лейбл Тайди, только что был на волнах Динамит FM с композицией Revolution. Дальше лейбл Тайди 2, который учредили Тайди, сделали для того, чтобы выпускать более притрансованные, но такие же жесткие треки. Проект под названием DNI, песня называется «Демон». «Демоны уводят всех в ночь». Такой текст. We'll be right back.
дорогая мама. К сожалению, все хорошее заканчивается. Я, Пименов из ППК, с вами на Динамит FM 101.2 в городе Москва. Каждую среду с 10 вечера до полуночи. Только что у нас играл лейбл Daddy Tu, проект DNA. Трек под названием «Demons», то есть, соответственно, «Демоны». Я не собирался ставить пластинку, которая играет сейчас, но очень рад, что у меня хватило времени запустить и ее. Высвободилось несколько лишних минут. И послушаем еще один лейбл, который должен быть абсолютно в сумке каждого молодого диджея. Потому что каждый молодой диджей – это энергичный диджей. Ну, а если диджей энергичный, то без лейбла «Frantic» ему не обойтись. Слушаем великолепного Энди Фарли и его проект, который называется «Hyperventilate» на 101.2 на Динамит FM. Энди Фарли, Hyperventilate, лейбл Frantic на волнах Динамит FM. Всем спасибо, все свободные, спокойные ночи. Надеюсь, никто не убился сегодня в автомобильной катастрофе, прослушивая мою передачу. И надеюсь, что все вы, друзья, будете снова вместе у радиоприемников в следующую в среду в 22.00. Я Пименов с ППК. Еще раз вам всем говорю большое-большое спасибо. Приходите на наш веб-сайт ppk.ru. И напоследок я помню, что наш альбом выходит 13 мая. Это будет совсем скоро. Меня спрашивают, что же войдет в ваш альбом. В альбом войдут все треки. Как обычно, это бывает с альбомами. В альбом все, все, все. Всем еще раз спокойной ночи. До свидания. До следующей среды. Пока. Надеюсь, следующая ночь, которая последует прямо за моей программой, будет очень и очень приятной для вас. Счастливо.